О, пейте пиво. Ага. А я так злюсь на себя. Вот чего же? Я поправилась на 10 кг. Ага. А сейчас лето, хочется быть легкой, стройной, да. Нравиться мужчинам. Да. И пивко, и не париться. Что за вздор? А? Ну, во-первых, вы стройная. Вы не видели меня раньше. Когда? 20-20? Ну, например, я весила 45. Mm. Милочка, женщина должна выглядеть как женщина, а не как подросток. Ну и во-вторых, если провести опрос, что мужчинам нравится больше, сочную даму, с которой можно пропустить пивка, или худая и не пьющая, я думаю, его ответ будет очевиден. Я даже не знаю. Хорошо все то, что дано по природе. Худая или плотненькая, не важно. Жизнь одна, и она имеет обыкновение заканчиваться. Угу. И лето тоже быстротечно. Да, 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 да. Поэтому дайте за пивком. И вы тоже. Друзья, смотрите, дело же не в пиве, дело в сбалансированном питании, да, с пивом вы, только пивом вы не наберете вес. Вот то, как выглядит этот человек на экране, это говорит о том, что он много-много сладкого потребляет, я это вижу просто, вижу. И напоминаю, ожирение – это не косметический дефект, а тяжелое медицинское состояние, это тяжелое заболевание, которое может привести в том числе к смертельному исходу. Задумайтесь об этом, пожалуйста. Тут дело не в том только, что мужчинам нравятся стройные, красивые, подтянутые девушки, так же, как и девушкам нравятся стройные, подтянутые, красивые мужчины. А дело в том, что ожирение – это тяжелое заболевание.